зная, что рядом копи, обязательно нужно пройтись по дорожке, посмотреть, может быть, что-то повылазило. Земля-то она играет. Около луж. Ну да, видите, это часть кристалла дымчатого кварца. Тоже похоже гранька кристалла. Вот здесь вот почаще попадается кварчик. Видите? Вау. Да. Хороший кварц. Но здесь тоже не увидишь ничего. Было бы вспахано поле, тогда другое дело. Здесь попозднее надо смотреть. Осколочки, все осколки. Яшма. Все тут есть. Ну, поля не паханы. Жаль, конечно. Можно посмотреть, ну, также вот в проеме, в колее, вернее, всякие халцедончики, мелочевка всякая, которая попадает иногда с интересным рисунком. Кажется, вот вроде ничего особенного. Вымоешь, совсем по-другому смотрится. Никакой ценности не представляет, конечно, но рисунок бывает интересный. Фото получается хорошее. Тоже кварчик. Все изрыто тут. И кварчик, и шпат, и слюда тут, пигматит. Хорошее место, конечно. А пятки, видите, какие интересные.
Вот кварц со слюдой. Кварчик, кварчик. Кварчик, кварчик. О, вот кто-то копал, смотрите. Часть головки. Вон две грани. Конечно, тут все вон залеченное. То есть не единожды процесс шел. Ну, тоже видно, что часть грани, вот она поблескивает, вот она тоже продолжение ее, а здесь. Вот видите, пегматит, а это... Не то, что кристалл, а ихтиоглипт кварца. Он такой, он здоровенный. Вот еще один. А здесь слюдка. Ой, красота. Ребята, если есть слюда, то это хорошо. Слюда в пегматите – это вещь. Ладно. Пойдем дальше. Что-то интересно. Что это интересно? Да, вот это вот одна гранька кристалла. Ну, возьму, вымочу, посмотреть, что это. Это из той же оперы рядышком было. Может быть, кристалл просто раскрошился в земле. Земля ж ходит туда-сюда, зима-лето, зима-лето. И все. Раз и треснул. Ну, тоже оттуда же, наверное. Да, конечно, глубже надо все копать. Видите, грань кристалла, вот еще один тут, вот. Но самого кристалла нет. Так вот. Начал собирать вот откиданное. Вот такой вот штука лежит. Ну ясно, что. То же самое, видите, все сколото. Все сколото. Минерализация пошла и чух-чух. Прошла и ушла. Ну вот бывает. Найдешь корешок дерева, садишься и начинаешь тут смотреть, может что-то интересное появится. А может и нет. Так, чтобы кристалл какой-нибудь друзка выпало. Никак. Никак.
дома отмоем. Осколки. Вот тут еще слюдка. Ну вот это уже интересней. Кварц. Здесь вот такой вот кристальчик один дымчатого. Хорошо. То есть я к чему веду разговор-то? Корень есть? Хорошо. Можно и вглубь попробовать. Вглубь. Убежал. Не мой, значит. Вот. Ну-ка, оформленный хоть нет. Вот одна грань, вот вторая грань. Вот третья грань. А здесь, видите, нет. И головки-то, собственно, не видно. Вот наросло на нее что-то. Вообще здесь место такое интересное. Крутило-вертело все. Трещины потом. Вторичный процесс пошел. Трещины залечило. Смотрите, какая глинка. Тоже три граньки. А кристалла полного нет. Вау, слюдка какая ржёшая. Слюда и кварчик здесь. Ну, может, слюдка в кварце так сфотографировать, отмыть, сфотографировать, да выбросить. Ну, видите, осколки. Осколки. Они тоже... Иди сюда. Вот. Вот и вот. Вот и все. Вот и выброс. Ну, хоть один какой-то кристальчик сегодня выпал. Дымчак переходящий. Вы что переходящий? Хрусталь, наверное, молочный такой. Не в цитрин же. Вот это тоже одна грань, вторая грань. Третья. Осколок. Все-таки
какие-то молочные, так бы можно было в дело пустить. Ну вот нашел кристалл какой-то тут, выпал. Небольшой. Вот еще такой вот плоский. Плоский. Что-то еще там. Ну вот выпал опять кусок. Но он ни туда и ни сюда, видите. Хрень. Вау. Вот и залазь туда. Ну давай.